автомобилу BMW. К нашему с вами счастью, Антон вовремя это заметил. Я видел только что искры, пламя и огонь. Евгений, расскажи, откуда это? Это все от мощного мотора. Я искренне жалею зрителей, сидящих на трибунах, но жалею не потому, что они сидят в трибунах, потому что вы грохот, вырывающийся из-за недр подкопотного пространства BMW, направлен строго в сторону зрителей, направлен вправо и вниз. То есть ты хочешь сказать, нам точно тише, чем им? Однозначно. Вот с этой точки зрения наше с вами положение приличное. Более выгодное, я сказал. Такое, что только это. Итак, вновь два монстра на старте, только что был фальстарт. Сейчас мы увидим. Как я говорил, автомобили серьезно модифицированы, то есть они уже не для дорог общего пользования. Это дубль 2. Эти машины не есть. Задержки и левая команда, левая сторона. А тем временем побеждает именем 10,679. Время пилота BMW 11,58. Рекордное ли время? Время, к сожалению, не рекордное, но очень, я скажу, неплохое. Очень близко к рекорду. Всего на 0,4 секунды он отстал от рекорда, но это очень неплохо. Близко.